Ровно 65 миллионов лет назад вымерли динозавры. Именно тогда я делал эти видосики. И, блядь, прошло много времени. Не заходил в КС-очку. И все же надо зайти, немножко поиграть. Начнем с ботов, конечно же. А им бот с мапа. Ах. Нужно размять свою кисть, попрыгать немножко, поприседать. Это, кстати, очень важно, да, да. Ну а после этого же просто начать по чуть месить ботов. Просто вспоминать о им. Попробовать немного пофликшотить. Ну и, конечно же, вантапить. Ну, поехали. Первую соточку. Первую соточку попробуем набить, просто не двигаясь на одном месте и просто посмотреть, в каком состоянии наш АИМ спустя почти месячного застоя, блядь, я не заходил в КС-ку. Ой, еще приболел, да и похуй, в принципе, это не так важно. В общем, приятного присмотра. Ну, если честно, пока идет, в принципе, неплохо. Да, в принципе, неплохо. Рука что-то помнит. Блять, ну это пиздец как тяжело все равно, блядь. Ой, ну вот и набили мы первую соточку. Ну, в принципе, результат такой бывало, конечно, и лучше, но, в принципе, неплохо, учесть, если то, что не заходил целый месяц. Ну что ж, дальше будем пробовать еще одну соточку. Ну, просто для закрепления, посмотрим, насколько сейчас будет хуже мой результат. Станем немного подальше, ближе к центру, и попробуем пострелять немного на long range. На лонг, блять, вот не знаю, лично у меня на лонг намного тяжелее стрелять. Ну, по-моему, на лонг всем тяжелее, потому что тут нужно более четко наводиться, я не знаю, блять. Более микроконтрольно. Надо кросс наводить прям так, чтобы, ну, пиздец, прям хэд вылетал. Второй результат, ну, такой просто, вообще, просто ни о чемный называется. Просто ни о чемный. Убить нахуй всех, блядь. Ах. Хоть так я могу их убивать, отлично. Блядь, прикольно заспаунились. Далее мы попробуем просто с эмочки поиграть. Если честно, я ненавижу М4 просто, блядь. Вот 1С, заебись, мне 1С вообще просто заходит. Ладно, убрали кевлар. Можно немножко пострелять по головам. Немножко подвигаемся, чтобы ножки не застывали. Угу. Чуть-чуть подвигаемся. С небольшими стрейфами. Аккуратненько. Влево-вправо.
постреляем по головам, чтобы руки не забывали. Пальцы, кстати, тоже левой руки нужно разминать. Да, да. А, Д, А, Д, С, В. Все это нужно прожимать, это все очень нужно. Ну и не забывать по прыжок, конечно. Прыгать тоже важно. Так, ну, немножко постреляли. Отлично. Правда, что-то уже начинает подбешивать меня эта тема. Бёрстами немного начинаю наваливать, да. Ладно, возьмем 1С и попробуем немного с нее соточку понабивать. Так, нужно рестартнуть. Все, позакрываем сейчас нахуй. Только не знаю, зачем я сделал рестарт, но ладно. А импакты еще стоят. Отлично. Хевлар килмет. 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 Кевлар килмет, Особенно важно, кстати, еще то, что между вот этими сотнями, если ты пытаешься сделать хороший результат, то ты должен, ну, как бы кисти давать немного отдохнуть после каждого захода стрельбы. Потому что кисть все равно устает, и кидать постоянно флики и просто пытаться нормально аимить, потом будет тяжело. Если ты долго-долго задрачиваешь. Ну, по крайней мере, у меня так, вот, чисто на своем опыте. Ладно, убрали импакт и будем пробовать сейчас сотни набивать с 1С. Поехали. Сука, что это такое? 30 хедшотов надо в голову дать. Бля, вот я намутил. Надо будет сейчас их убрать, нахуй, это нереально. Так, ну вот мы сделали то, что хотели. Так, надо рестартнуть сотню. Ну и поехали. Ну и ладно, лучше не получилось, чем на АК, ну и все равно, пофиг. В принципе, пофиг.
Да, надо еще поспоминать, кстати, бунни-хоп. Да, нужно попробовать половить тайминги на прыжок колесика. Дальше мы просто попрыгаем. Ну и соточку. Соточку, соточку, по-любому соточку. Уже на самом деле начинает кисть подуставать, и я это чувствую, просто в одну и ту же точку начинаешь стрелять, постоянно не попадать, уже начинает немного подбешивать. Нужно, если, блять, сука, ненавижу свой язык за эту хуйню. В общем, если начинается такая хуйня, то нужно просто немного сократить время того, как ты наводишься. Просто немного делать это спокойнее, тогда, я думаю, начнет получаться более нормально. Да ёб твою мать, видите? Сука. Да, блядь, почему не попадает? Сократим время. Будем целиться чуть подольше. Результат тоже вышел такой себе, в принципе. Да, блять, в принципе, я уже понял, что тренить. Надо это просто так не получится. Нормально настреливать. Немножко подвигаемся. Поспоминаем движение. Помашем ножиком, постреляем. Просто начинает подбешивать, реально. Надо уже по чуть заканчивать. Вот такая вот вышла у нас разминочка на имботах. Мы размяли немного им, немного поприседали, попрыгали, подвигались, пострейфили. Это все нам будет на руку в матчмейкинге. Будет все намного проще. И если так это делать, немного пострелять, зайти, ну по-любительски, как это делал я, то можно в принципе добиться каких-то результатов. В общем, все, спасибо за просмотр.